Послушай, Урмас, кажется, меня засекли. Как служба безопасности Нефтекома могла тебя засечь? Ты не имела права проколоться. Я не знаю. Но отследить им меня точно не удалось. А ты представляешь, что будет, если отследят? Если палач об этом узнает? Ну, я тоже кое-что придумала. Я забросила в их базу данных вирус. Они не скоро ее восстановят. Нефтекому будет не до нас. Ладно, подождем. Самое главное, чтобы эта информация не дошла до Грэхэма. Да не дойдет. Господи, во что ж я влипла? Ладно. Поздно рассуждать. Леска добавь на нижнюю губу. Будет казаться более чувственно. Слушай, у тебя есть вкус. С совершенно спокойной душой поеду в Лондон собирать тебе гардероб. Кэт! Если нельзя купить, будем дожимать физически. О, как постреляли? А мы еще не стреляли. А что, решили стать сантехниками? Да, осваиваем смежную профессию. А это что? Ты здесь? Ой, прости, что я вломилась без стука. Я думала, ты здесь. Да ничего страшного. Заходи, раз уж пришла. Ну, заходи. Чайку сейчас организуем. Давай, давай. Не все ж тебе за учебниками сидеть. У тебя необычно. Зато практично. В моей берлоге есть все, что необходимо. А почему у тебя здесь нет зеркала? В ванной есть. А потом, если честно, я не очень-то люблю разглядывать свою физиономию. С сахаром? Нет, спасибо. А я без сахара не могу. От него голова лучше работает. Спасибо. Ну, ты знаешь, иногда становится так тоскливо. Так хочется с кем-то поболтать. Ну и о чем ты хочешь поболтать? Но обо мне, я думаю, рассказывать нет смысла. А, я поняла. То есть говорить должна я. Ну и что ты хочешь узнать обо мне? Ну, например, как ты попала в команду? Очень просто. Была хакером. Лет с 14. Брат меня научил. Ну, мне это дело хорошо пошло. Потихоньку начала тырить деньги со счетов почтенных буржуа. Воровала? Угу. А брат об этом знал? А брат погиб.
Наркотики. Прости. Ну, ничего. Ну, а потом появились заказчики. Схема была простая. Они давали наводку. Ну, а я скрывала интересующие их информационные базы. Так тебя же могли посадить. Еще как могли, если бы поймали. Только я лихо умею заметать следы. Да. Бурная у тебя была юность. Да уж. Надо же. А я в это время спокойно сидела в школе, зубрила уроки. Ну, в общем, как и все. Не, я всегда стрёмно жила. Зато весело. Ну, так вот. Однажды мне поступил дико выгодный заказ. И всего-то навсего нужно было вскрыть очередную базу данных. Но оказалось, что это база данных корпорации Харперов. Ты же понимаешь, что с ним в такие игры лучше не играть. Так тебя поймали? Грэхом получил задание меня выследить и убрать. Убить? Угу. И вот тут случилось нечто невероятное. Сам Харпер мной заинтересовался. И выяснилось, что его базу данных никто никогда не мог вскрыть, кроме меня. Ну, естественно, он понял, что я талант. И вместо того, чтобы меня ликвидировать, просто предложил на него работать. Ничего себе история. Слушай, Кэт. А тебе не страшно? Нет. Как видишь, я до сих пор жива. Ну, ты что замолчала-то? Да, я, наверное, уже пойду. Ну, давай. Пока. Пока. В детстве. Господи, как же статуя напоминает мне маму. Эта скульптура была заказана одному очень известному итальянскому скульптору. Заказчик Теренс Харпер. А моделью была действительно твоя мама, Мария Козинцева. Скульптор работал вот с этой фотографией. Откуда у тебя это? Люди Харпер очень долго следили за твоей мамой. С тех самых пор, как она рассталась с ним. Погоди, то есть ты хочешь сказать, что за мной следили с рождения? Я не знаю, как давно эта мысль засела в голову Харпера. Выдать тебя замуж за Джеймса. Но мы этим занимаемся уже не первый год. То есть... Ты хочешь сказать, что мои отношения с Максимом, наш нет. роман? Нет. Наблюдение не было таким детальным. Так, ну что, давай подытожим. Расскажи мне все, что знаешь на сегодняшний день о Джеймсе Харпере-младшем. Джеймс Лайнел Харпер. Единственный сын Теренса Харпер и Элизабет Харпер. В девичестве Клейстон. Родился в 1978 году. В детстве болел ветрянкой, корью, гриппом, ангиной. Болезненное детство можно опустить. Хорошо. Учился в Итоне, потом в Кембридже. После того, как окончил университет, отец привлек его к делам корпорации. И за год до своей смерти полностью передал ему дела. Хорошо. Дальше. Меня интересует твоя оценка сегодняшнего положения дел в корпорации. Ты
знаешь, Урмас, мне кажется, что с того момента, как Джеймс стал во главе корпорации, дела у нее идут не блестяще, но неплохо. На мой взгляд, Джеймс лишен размаха отца, умением рисковать, во что бы то ни стало достигать цели. Но в целом он вполне законопослушный бизнесмен, и корпорация весьма успешно держится на плаву. Замечательно. Ты знаешь, и правда замечательно. Ты делаешь очень правильные выводы. Ты умница, детка. Спасибо. Дальше. У Джеймса есть два хобби. Угу. Стрельба в тире и лошади. Только два? Нет, еще женщины. Так. Но романы с ними больше похожи на коллекционирование. А сколько длится отдельно взятый в среднем роман Харпера-младшего? 2-3 месяца. 3-4. А с двумя женщинами одновременно? Никогда. Порядочный. Что еще? Еще много всего. Иногда мне кажется, что я живу с этим типом бок о бок всю жизнь. Знаю каждый его день, всех друзей, коллег, любовниц. Все-все. Это же прекрасно, Сандра. То есть ты теперь можешь читать Джеймса, как открытую книгу, понимаешь? Я не уверена, что это хорошо. На сегодня хватит. Завтра продолжим. Где ты? Сандра, иди ужинать! А, вот ты где. Что-то случилось? Пошли. Что произошло-то? Да так. Всякая чепуха в голову лезет. Пройдет. Привет. Привет. А где Фил? Они с Урмасом уехали. Сегодня я с тобой побегаю. Догоняй. Загнал. Ты ж первая начала. Ладно, будем считать, что это боевая ничья. Ага.
Слушай, Кэт, а? Скажи, а Урмас, он давно в команде? Ну, точно не знаю. Во всяком случае, когда здесь появился я, он уже был. А-а-а. Слушай, откуда он? Такое имя странное, Урмас Шольц. А? Слушай, какая тебе разница? Не советую тебе соваться с расспросами о прошлом Урмаса или кого-нибудь еще из команды. У нас это не принято. Ладно, не буду. Ты не сердись, хорошо? Хорошо. Урмас, он сам по себе. Такой уж он. Ни к кому не привязан. Перекати поле. Ладно, пойдем. А то останемся без завтрака. Так вот, будучи владельцем почти всех нефтяных месторождений в этом регионе, Харпер решил стать полновластным его хозяином. Но фирма-конкурент Jacobs Limited владела самым прибыльным участком, а ее хозяин наотрез отказался его продавать. Тогда Харпер лично вступает в контакт с экспертом геологоразведочной экспертизы Jacobs Limited и предлагает ему 10 годовых окладов в обмен на одну услугу. То есть Харпер его подкупил? Ну да. В результате Джейкобсу на стол ложится отчет за подпись его главного эксперта, согласно которому самый прибыльный его участок должен вскоре стать самым убыточным. Джейкобс в панике начинает искать покупателя. Вот тут-то и появляется Харпер. Он покупает этот участок за треть его реальной стоимости. Но это же нечестно. Зато эффективно. В результате его корпорация становится одной из ведущих в нефтяном бизнесе. Погоди, а что потом было с Джейкобсом? Ну, Харпер его практически разорил. Насколько я знаю, дела у него больше так и не пошли. И Харпера не мучила совесть? Да он вообще не знал, что это такое. Ты чего такая невеселая? Не-не, ничего. Наверное, просто устала. Таким образом, чтобы скрыть свою заинтересованность, Терренс Харпер оформил доверенность на нескольких подставных лиц. Ничего себе методы. Так. Четверка, блокируйте ворота. Сам, давай за доктором. Хорошо. А сейчас возвращаемся к главной теме нашего выпуска. Сегодня ночью было совершено покушение на Сергея Калинкина, председателя экспертной комиссии крупной российской компании «Нефтеком». Калинкин в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Оба его охранника погибли на месте. Как удалось выяснить, один из нападавших был ранен, однако им удалось скрыться с места преступления. Официальная версия случившегося пока не называется, но наш источник в МВД сообщает, что одной из основных версий является оказание давления на руководство компании. Фил приболел. Сегодня с тобой позанимаюсь я. Начинаем новый курс подготовки. Пойдем. Хорошо. Привет. 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 Садись за руль. Садись за руль. Сегодня ты будешь учиться водить машину. Нет, я не сяду за руль. Нет, я не сяду. Как ты себе представляешь Сандру Сеймур, которая не умеет водить машину? Я не сяду за руль. Сандра. Сандра. Я не буду водить. Нет. Соберись, ты можешь. Нет, нет, я не буду, ну, пожалуйста, у меня мама так погибла. Я не буду, ну, пожалуйста, Урма. Тебе придется. Зверь, вы не люди, ну, пожалуйста, я не буду.
Отпусти! Что случилось? Истерика. Принеси успокоительное. Сандра, выпей таблетку. Пусть оно идет. Пусть оно идет. Недолго, Кэт. Ушел. Ну что ты так развоевалась сегодня? У меня мама погибла в автокатастрофе. Я не могу сесть за руль. Я не сяду за руль. Еще все это. Что это? Ничего. Давай-ка знаешь что? Выпей-ка таблетку. Сразу станет легче. Сразу успокоишься. Давай, давай. Сандра. Ладно, давай свою таблетку. А на занятия я сегодня не пойду. Хорошо, хорошо. Ты спи. Я к тебе позднее зайду. Я дала ей очень сильное снотворное. Проспит до завтрашнего утра, не меньше. Может, пойдем позавтракаем? Стол уже накрыт. Прошу вас. Спасибо. Приятного всем аппетита. Спасибо. Приятного. После завтрака все свободны. Будем считать, что у нас сегодня выходной. Thank you.
ненавижу вас всех. Сидеть! Иначе выстрелю. Руки на стол. Делайте все, как она говорит. Скажи, что ты хочешь. Мой паспорт и деньги. Быстро! Ты слышала? Все остаются на своих местах. Пойдем. Я сделаю все, как ты хочешь. Где они? Бросай. Свободно! Поехали. Куда? Отсюда, поехали! Хорошо. И куда мы едем? Домой! У всего этого есть какая-то цель? Нет больше цели! Я еду домой! Ты можешь сказать, что ты хочешь? Я ничего не буду тебе объяснять. Понял? Хорошо. Не останавливай. Я сейчас выстрелю, ты слышишь? Я стреляю. Я сейчас выстрелю! Стреляй. Я стреляю. Знал, что я не смогу выстрелить. Очень трудно стрелять в человека первый раз. Особенно, если его хорошо знаешь. А второй и третий раз легко. Зачем ты со мной поехал, если знал, что я не буду стрелять? Ты выпустила пары. Так это говорится по-русски? Я тебя ненавижу. Я была в аппаратной. Я догадался, откуда у тебя пистолет. Вы сволочи. Это правила игры такие, детка. Не мы их придумываем. Мы профессионалы и просто делаем свою работу. Хотя, конечно, ты облапошила нас. Лихо. Расслабились.
Ну что, успокоилась? Поедем назад? Я не поеду назад. Может быть, тогда к Павлу поедем? А что, можно? Послушай, детка, ты должна обязательно научиться водить машину. Иначе Грэхэм с тобой даже разговаривать не будет. Да хватит меня пугать этим Грэхэмом! Как будто он какое-то чудовище, которое приедет и сожрет маленькую девочку Сандру, потому что она плохо учится и не слушается дяди Урбаса. Ну ты даешь. Маленькая девочка Сандра. А он действительно может съесть. Пошли. Здесь камер нет. Придется самому за мной следить. Ты иди, детка. Я тебя здесь подожду. Сашка! Господи, что Сашка. У тебя с лицом? Ты что, опять пытался встать? Слушай, ты откуда? Я думал, ты где-то далеко. Ну, ты же мне обещал. Саша, ну, понимаешь, такое ощущение, что я будто начинаю чувствовать ноги. И вот немножко усилий, вот встану, правда, пойду, и опять эта ерунда, опять валюсь. Ну? Лицом. Больно? Ерунда. Прости. Тут не больно, спина немножко болит. Пашка. Все нормально. Горе ты мое, Сашка. Горе, господи. Александра, ты же вроде уехала. Да, нет пока еще. Давай руку. Теперь будет легче. Пашенька, миленький, прости меня, пожалуйста. За что? Пашенька, миленький, прости меня, пожалуйста. Саш, ну что ты? Саш. Ты эгоистка. Все хорошо. Деньги на операцию я найду. Даю слово. До свидания. До свидания, дочь моя. Спасибо тебе. Я в тебе не ошибся.
Ты молодец, детка. Прибавь газу. Еще. Еще прибавь. Может, хватит? Слушай, что тебе говорят. Больше газу. Эта машина по хорошей дороге идет 200 км в час. Так что привыкай. Нет, я не смогу. Сможешь. Прибавь скорость. Очень правильная скорость. Больше газа. Да, держи руль. Держи руль ровно. И соберись. Соберись, Сандра. Я его раздавила. Скорость не сбрасывай. Если будешь обращать внимание на всякую ерунду, цели никогда не достигнешь. Не сбавляй газ. И руль ровнее. Вот так держать. Расслабься. Молодец. Хорошо, детка. Ну вот. Сейчас газу. Дай газу, Сандра. Молодец, детка. Ну вот, сегодня ты заработала поощрительный приз. Какой еще поощрительный приз? Вечером узнаешь. А сейчас жми. Мне кажется, я уже ничего не чувствую. И становлюсь, как все эти. Из команды. Еще этот Грэхэм. Пустишь? Заходи. Вот. Что это? Обещанный подарок. Дневник твоей мамы. Он был с ней в тот день. Когда она погибла? Дневник попал в милицейские вещдоки, и Харперу стоило дорогого, чтобы его вытащить оттуда. Он велел передать его тебе. В том случае, если ты согласишься выполнить его завещание. Спасибо. The oldest building of the ensemble is the Smolensk Cathedral building. They can't do anything right. Ничего не могут организовать нормально. Ну-ка, быстро убирай свой тарантас! Куда это мистер Харпер так побежал? Я думаю, мистер Харпер недоволен переводчицей, которую ему предоставили. Он первый раз в Москве, поэтому хотел бы, чтобы к его просьбам относились более внимательно. Я понял. Мистер Харпер, I assure you what... Уверяю вас, что Ковалева – одна из лучших экскурсоводов столицы. Логара. Да вы посмотрите, от нее же КГБ несет за милю.
Я уверяю вас, что Ковалева – высококвалифицированный переводчик, а вовсе не сотрудник органов госбезопасности. Молодой человек, я, конечно, понимаю, что государственная безопасность превыше всего, но если уж вы подбираете сотрудниц, то подбирайте хотя бы с приличными физиономиями. А вот хотя бы как это. An Ambrosivsky church dating back to the mid-16th century. Excuse me, miss. Девушка. Help a helpless Помогите бедному англичанину. Первый раз приехал в СССР, а Москву толком никто показать не может. Я уверен, экскурсия по столице вашей великой родины оставит в моей душе незабываемые впечатления. Протяните руку помощи бедному иностранцу. I can't, I'm sorry. I have an excursion. Я не могу, у меня экскурсия. I'm sorry. Let's go, comrades. I want this guide. Я хочу этого гида. No one else will do. Другой мне не нужен. Послушайте, да подействуйте же на него. Так не положено. А знаете, мистеру Харперу все равно, что положено, а что нет. Если же он что-то захотел, то никто не сможет на него воздействовать. Поэтому отдайте ему этого гида. Иначе будет большой скандал. Чиз. Моя русская красавица, как я соскучился. Терренс, мы больше не можем встречаться. Почему? Меня вызывали на Лубянку. Ну и что? Я отказалась с ними сотрудничать. Правильно, и? Ты не понимаешь. Меня уволили с работы. Скорее всего, запретят жить в Москве. Придется ехать к маме во Владимир. Да на каком основании тебя могут уволить? Как тебе могут запретить жить там, где ты хочешь? Это же противозаконно. Какие законы, Терренс? Машенька, давай ты подпишешь эти дурацкие бумажки. Ну, так для виду. Будем водить за нос вашей власти. Это же так увлекательно. Адреналин, игра. Это не игра. Это жизнь. Это моя жизнь. Я подпишу бумаги. Ты уедешь. А я навсегда останусь с клеймом стукача. Да не расстраивайся так. Из каждой ситуации есть как минимум три выхода. Но уж один-то мы с тобой найдем. Обиделась? Нет. Маша. Поехали со мной в Англию. Ну, что тебя ждет в этой стране? А я обеспечу тебя на всю жизнь. Захочешь, родишь ребенка. Ты делаешь мне предложение? Ну, в каком-то смысле, да? Ах, в каком-то смысле? Знаешь, я не собираюсь покидать свою родину для того, чтобы стать чьей-то наложницей. Маш. Да любая женщина в Англии просто была бы счастлива, сделая такое предложение. А ты обижаешься. Да ни одна из этих женщин тебя не любит. Им просто нужны твои деньги. Но я же люблю тебя. И хочу, чтобы ты была со мной.
Да пойми ты, я не могу развестись. Половина моей корпорации принадлежит жене. Я начинал с ее капитала. Корпорация – это дело всей моей жизни. Значит, не судьба.